Вкусные получаются смузи. Пару бананов крошится. Фиников побольше. Штук 10, наверное, в воде замочить. И там же в воде были замочены следующие семена. Кунжут. Потом лен. Немножко семечка, немножко, ну, горсточка зеленой гречи. И главный ингредиент всего этого действия, а еще соевого фарша, потому что на сыроедении не могу без сои. Он недорогой, 60 рублей 200 грамм стоит, по-моему. В Магните продается и в Ленте. И самый главный ингредиент, это купил сегодня килограмм за 110 рублей, по-моему. Это смесь какая-то компотная. Здесь замороженная клубника, слива и прочие ягоды. Вот туда же накрошил. И в блендере все взбил. Получается такой интересный вкус. Наподобие мороженого, что ли, даже не знаю. Но вкусно.